На нашем день рождения не было столько гостей, одинаково одетых. Этот день рождения Ваня и Даша Климовы запомнят надолго. Еще бы, поздравляет любимая команда. Свое 9-летие двойняшки встретили на футбольном поле вместе с футбольным клубом «Химки». Тренер Андрей Талалаев поприветствовал юных болельщиков, а игроки Артем Полярус и Дмитрий Тихий вручили ребятам мячи с автографами и именную форму клуба. Ребята, желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы приходили почаще на стадион, переживали за нас. А мы, соответственно, будем радовать вас своими голами и победами. Поздравляем вас с днем рождения. Увлекаться игрой юные болельщики начали случайно. Жили неподалеку от стадиона и постоянно видели тренировки футболистов. Потом подсадили на футбол и родителей. Теперь на матчи «Химок» ходят всей семьей. Я с 4 лет болею за нашу команду. Я рад, что мы забиваем голы, и я рад, что они мне подарили, что они нам подарили форму и мячи. Мы будем ходить на каждый футбол. Болеют по-настоящему. Отец семейства рассказывает, после каждой игры приходится восстанавливать голос. Поэтому, когда встал вопрос о выборе подарка, родители долго не думали и обратились в футбольный клуб. Сейчас Евгения и Анна вместе с детьми наблюдают, как команда готовится к игре с Чертаново. Это невероятно запоминающееся событие для нас, для нашей семьи. Спасибо. Самый лучший подарок на день рождения. Семья Климовых готова поддерживать «Химки» дальше. Уже с нетерпением ждут следующего матча, как и другие фанаты. Уважаемые болельщики, мы ждем вас на матче «Химки» против «Краснодара-2». Для нас это очень важная игра. Вот, и мы надеемся, что вы придете поддержать нас. Приходите на трибуны, мы играем для вас. Ближайшая игра ФК «Химки» на домашнем стадионе состоится 10 августа. Приходите поддержать свою команду. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.